лагерь. Шарика нету. Ну, шарика нету, да, поговорить. Ну, будем. Дождь закончился, все зашибись. Давайте все бутылками. Ага. Пыль с кружек пить, с бутылок надо пить. Ну, у меня не плоская, стандартная. Ну, ее, понимаешь, ее когда намотаешь в 2, в 3, в 4 слоя, она становится вот просто темная-темная, как черная. Ну, я вот называю этот цвет Panasonic. Да не, моя не так Panasonic. Не темнеет, она это самое, я говорю. Это не Panasonic. Сильнее. Не, я понял. Далеко не Panasonic. Ну, это... Вот твоя, вот моя. Они одинаковые, просто здесь синие. Светлее вроде, да? Нет, они одинаковые абсолютно. Просто на синем, она кажется темнее. А, вот. А вот, вот красным такую же сейчас. Женька давал. Ну, она вот она, но ее... Вот она, это... А, вот она, про которую я тебе говорил, про резинку. Вот, с красным, говорит, что вот это, ихтиолог, муха. Блядь, не слушай, а у тебя лесбиянка есть моя муха, эти зеленые давал? Как соплю. Была. У меня вот, вот она вот сейчас, говорит, под порой, то есть в низовьях вот эта вот муха работает. Это работает, да. Хотя вот, цвет офигенный. Наживка сама прилетела. Прошлый год, они работали вообще со страшной силой. А в этом году не хотят вообще. Светка, да? На, да, слушай, на отказ. Андрей, и вот, я, и вот Андрей, это. Андрей, подожди, вот она грубо сделана у тебя. Я тут взялся. 130 посрезал, нафиг. А тоньше тело нитка такая там не получается, она будет ложиться не так. Кого? Показывал, нет? Да. Да. Пошел сплошной плагиат, нахуй, да? Вообще. Да, вот диван. Вот это у меня в частых в прошлом году работало. Диван. Вот с такого. Ты из дивана. Вот работала. Из дивана? Но. Диван разобрался. Вообще. Ну, маленько оторвал обивки. Прошлый год мы на нее резали. С бирюзой черная. Да вот. Да. У меня поклевка была хорошая, этот не подсёк. Да как бы, что, нормально, съедобный. Да, вы снимаете, а мы ловить будем. Вы там пиво пьете. Есть чем похвастаться. Зашибись. Хороший, блядь. Даже не дергался вообще. Весы шел. Доставать. Ура. На какую муху? На муху взял черную с красным. Черную с красным, да? Вот не хотели ехать, а мы тут рыбу ловим. А вы там пиво пьете. На черную с красной опять, ребята. Достали, блин, все рыбачат, а мы только чистим с Борисовичем. Мы только чистим. Чистим и а чистим ее. Что мы еще делать, если у вас не клюет? Вот. Ты рыбачить не умеешь. Не клюет. Ноги себе посадишь. Сейчас кольца сохраняем. О, беляны, смотрите. Такие грибы здесь растут. Вот такие. И такая рыба плавает. Да.
Стандарт. Копченый хорюзок. Ёжик в тумане. Мы оттуда только. Держи. Надо достать оттуда, чтобы эту газетку возьми на пальце. Каждому вот постолько. Борисич уже думает, как бы все это съесть. И уже не лезет этот хариус, но и отойти не может. Вдыхает ароматы. Да, запахи волшебные. Что там говорить? Вот так. Вечереет, и над озером летают утки. Туманчик вечерний. Юра, заводи, поехали.